победы вас. Как все сложилось, какое впечатление? К сожалению, наверное, сложилось не так, как мы планировали в конце. Ну вот, может быть. Ну, я думаю, скорее всего, подустали просто 3 игры за 10 дней, за 12. Причем одна там в Москве на синтетике, вторая в Торпедо Владимире, и было такое очень вязкое поле, 3 дня дольше. Может быть, это сказалось, потому что последние минут, наверное, 20, 15-20, очень много брака было, и в обороне, в прорехе почему-то образовались, не знаю почему. Ну, в общем, хорошо, что выиграли. Тяжелая победа очень. Вроде как бы 3-0 повели, но в итоге она оказалась очень тяжелой. Тяжело было удержать этот счет, да? Да нет, не то чтобы мы играли на удержание, вы сами видели, что могли еще забить, как бы. Ну и могли еще и пропустить. Вот, наверное, этот баланс и остался счет, в принципе. Я считаю, что мы заслужили победу. На ничью Байкал не наиграл. Спасибо вам большое.